Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство TCL Tab 10 Max. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве включить режим энергосбережения. Итак, для этого мы опускаем вниз шторку и ищем здесь режим энергосбережения. Находим и нажимаем на него, и таким образом включаем. Можем зажать также на нем пальчик и перейти в такие небольшие настройки. И вот, мы здесь можем просто настроить автоматическое включение данного режима, например, при заряде 15% или 5% или никогда. Вот, ну и в принципе на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.